Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Бравл Старс. Так, я смотрю, у нас здесь есть новенькие задания. Победите 15 раз. Угу. Значит, Фрэнк, Макс и Бул. И, кстати, здесь тоже есть, друзья мои, Макс и Бул. Можно, кстати, попробовать сделать два задания сразу же, да? Ну, в принципе, да. Победить врагов 50 раз. Так, столкновение или нокаут? Столкновение или нокаут? А тут у нас броубол или парное столкновение? Горячая зона есть. Угу. Вот я думаю, может быть, нам попробовать в горячую зону сходить и взять, ну, например, Макса. Давай попробуем. Берем Макс. Зип-зип. И бежим с тобой в горячую зону. Ну, если она, конечно, будет сегодня доступна. Доступно, есть такое дело. Ну что, поехали тогда. Я надеюсь, сегодня, ребят, без лагов, без багов. Очень сильно на это надеюсь. Но, опять же, никто гарантии нам эти не даст. Так, ага. Ага. Леон. Дед Морозка тут. Ай-яй-яй. А что же вы стоите-то там, дурачё-то паршивое? Вы идите на зону, вставайте, блин. Ходят они вокруг да около. Дед. Старый пентюх. Угу. А, там это стоит. Ё-моё. Я и не увидел. Друзья, ну мы так с тобой, с вами, блин, на этой... Я не пойму, где остальные-то все, блин? Вижу себя, вижу этого Барли. Это максимум, кого я тут вижу. Блин, ну мы проигрываем, ребят. По этим, по очкам. Ну! Да ядрен, матрен! Блин, это же надо было вот так вот тупо здесь простоять, а? Морозку этого надо валить. Так, там у нас... Мы проигрываем, ребят. Мощник. Не, Барли там хорошо, конечно, делает все, все четко, претензий нет, но, блин. Так. Я понял. Ну, давай, ребятушки. Есть. Фу, красавчики какие, а. Не, Барли молодец, молоток. Просто четенько все сделал. Молодец, прикрывал зону. Все как полагается у него. Ну, а мне приходилось, естественно, туда, ребята, бежать, сломя голову. Несмотря на то, что эту голову мне отрывали, блин. Но, тем не менее. Так, суперредки, суперредки. Такс, окей. Угу. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Горячая зона. Да, она быстрая, я ничего не говорю, это Макс. Но она у меня слишком слабенькая. У нее, ребята, это кто такой, Бул? Или кто это? Так, у нас Джеки еще, да? Так, я смотрю, там еще Кольт, ребят. Джеки против Джеки.
Да я допрыгнулся. Я не могу понять, что это то. А, Булл, ну это Булл, ребят, Булл. Гип-гип. Макс Энерджи. Куда ты лезешь? Блин, я не успел, ребята, вырваться из ловушки Джеки, к сожалению. О! Есть. Чевырлу надо валить. Да коль-то бог с ним. Ну что ты там стоишь-то, блин, Вильям, блин, вшивый. Понятно, короче, ребят. У меня, как всегда, заряды, блин, кончаются. Есть. Эх, хорошо. А это там стоит, блин, зависший. Вот Вильям, блин. Вот этот вот. Так, ну что, ну, у меня Макс получает 13 уровней, друзья мои. Плюс победите 15 врагов. Отлично, нам нужно еще 15 раз. Ну, не 15, а поменьше, конечно, уже. Билетик должны получить, по идее. Отлично. Так, смотрим, что у нас тут. Звездочки. Оу, мифик. И что? Да. На эмоджи они, конечно, ребят, не скупятся. А что-нибудь путевое дать? Я вообще в последнее время забыл, когда они что-то выдавали здесь нормальные нам. Так, ладно. Двигаемся дальше. Так, а подожди, а мы за Макс... По-моему, еще не все задания мы за нее выполнили. Так, у нас кто тут? Ворон, блин. Не очень. А кто, что это за рыцарь этот вот? Ну, Мортис, понятно, делает. Так. Надо эту дебилку как-то, блин, валить. Я про ЕМЗ говорю. Краб, ну и что ты делаешь? Да куда ты лезешь-то, блин? Да твою же налево, блин, ребят. Ну тут, не знаю, команда идиотов каких-то, блин. Ничего не могут сделать. Просто ничего не могут сделать. Мортис этот вымораживающий. Этот рыцарь вообще не понимает, что делает, блин. Да будешь ты сегодня бомбить-то, блин, по этому дебилу. Понятно, короче. Не судьба. Я не знаю, этот, вот этот такой тупой был. Где он? Блин. Вот этот. Это Барли, блин, получается, да? В общем, у Барли ничего не получилось. Этот не тот, который с нами был там. Нормально контрил. Постоянно подставлялся под этот, под ЭМЗ. Короче, толку от него ноль было. Так, у нас на Пайпере еще есть. И горячая зона, да, ребят, еще нам надо. Еще две победы нам нужно. Или три, три за Пайпер. Плюс еще на горячей зоне надо отстоять.
Слушай, какое нафиг, какое ограбление? Какое, твою мать, ограбление? Кошка. Опять эта идиотская кошка, блин. Так, что у нас получается? 84-83%, да? Нифига. Блин, почему ограбление-то, я не могу понять, поставилось-то? Ну, молодцы, красавчики. Так, краба этого валите. Ну, паровоз, пыхтун ты несчастный. Да, пипец, пока мы там бегали, краб здесь вообще ни хрена сделать не смог. Фуфлыжник несчастный, блин. Какое ограбление, я никак не могу понять, я не собирался никакого ограбления. В нокаут, и только нокаут. Ограбление с какого-то перепуга, блин, поставилось. Не знаю, видимо, задания обновились. Ох ты, ё-моё, что тут у нас? Угу. Вот тебе и Турбон Тайм. Особо спрятаться-то негде. Ну давай, иди сюда, шариковый придурок. Отдыхай, как говорится. Поехали, друзья. Ну и чё ты стоишь, блин? Стоит она там, блин. Где этот шариковый дурачок? Понятно. Шариковый дурачок погиб. Хотя в кустах он нормально двоих щелкнул. Так. Угу. Так, еще два боя, еще два боя выиграть надо. Блин, 30 врагов еще надо бомбануть. Это немало. Так, у нас какой-то подарок тут, смотрю, есть. Как, блин, надо открыть окошечко, что-то душно как-то слишком стало. Ну-ка. Да, конечно, тут дадут тебе что-нибудь путевое. Да, 5 кредитов всего, но это, ребят, мало. Я даже еще 1000 не насобирал, а мне нужно 1900. Хэнк, боец. Это вот этот вот соплю, который надувает. Этот Хэнк. Так, если выиграем, ребят, получаем с вами звездочку. Так, ну что у нас тут в команде? Пайпер, ага. Так, Карлуши 2. Попробуем. В кустах будут, ребят, ныкаться, 100% говорю. Карлуша допрятался. Они все в одном, ребята, месте стояли. Ну и зачем ты это сделала? Ну куда ты лезешь-то? Так, готов. И остается кто у нас? Брок. Нормально. Спрятался, думает, что ему здесь будет хорошо.
Ну, смотри, Пайпер нормально. Четверых бомбануло. Четверых бомбануло. Так, ну а мне надо, блин, дальше продолжать. Мне надо еще один поединок выигрывать, хочу я этого или нет. А что, теперь дают по две звезды, что ли, я так понимаю, да? Ну да, вон, две звезды. Давай, нам надо на нокауте еще один поединок выиграть. И после, в принципе... А, нет, нам не на нокауте, нам нужно именно выиграть Макс. Ну, погнали. Роза. Понятно, мы, как всегда, ребята, в меньшинстве, значит, получается. Этот обезьяна лезет, да? Макс Энерджи. Так, вот этого лопуха надо валить. Лавальнул, блин. Пока их трое, я, ребята, один. Команда идиотов, потому что вот и все. Что я могу сказать? Ну куда-то он лезет-то, придурочный, блин, дебила кусок, а? Тут-то что, блин? Куда ты? Как, что за больной? Понятно, короче, с ним все. Да. Команда бездарей. Вообще просто, Роза вообще тупорылая. Бежит на пролом. А, плевать, что там в нее 50 этих стреляет со всех сторон. А нафига нам прятаться? Нафига нам как-то тактику какую-то? Хоть бы в кусты ушла бы, я не знаю. Не, напрямую поперла. Блин, Биби, МЗ, блин, тут команда трындец какой-то. Ага, ага. Так, минус Брок. Не успел, друзья мои. Так, он там в кустах сидит. А, нет, он. Короче, они пошли лечиться, хиляться. Да. А, их подсвечивает. Ну все, 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 это крышка. Вольнули, молодцы. Погнали. Мне надо, блин, отомстить. Мне, друзья, надо отомстить. Я знаю, что здесь вот наверняка кто-нибудь да будет стоять. Так, начну. У нас минус один, ребята, а у них еще вся команда целая. Да, блин, какой ты... Я не знаю, ну какая-то слабая по стрельбе, блин. Там Макс, блин, вообще стреляет, у них кончается... У них как было, блин, здоровье там до хренища, так до хренища и осталось. Нет, не успела, Пайпер, жалко. Я не понимаю, это Макс, блин. Серьезно тебе скажу, я вообще не понимаю, ребят. Нет, 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 нет. Ага. Отлично. Сидела здесь так. МЗ корявая, блин. Вот тут вот, в кустах, блин. Как говорится, я там выжидал ее, выждал, но все равно немножко убежал. Но она хотела мне, конечно, ответочку дать, но ничего у нее не вышло.
Так, мы сейчас получим еще один билет. Так, в этом билете нам... Понятно, тут 10 кристаллов. Итого 119. Так, за... Ну да. Победить 50 врагов. В нокауте нам нужно еще нанести урона. То есть... Ну, я могу только лишь взять такого персонажа, которого... Эша, что ли, взять? А кто у нас вообще еще не прокачанный хотя бы до 10 уровня? Неужели все? Все... Получается, что все, да? Кроме Эш. Ну да. Ну, Эша, конечно, в нокаут брать, но я не знаю, ребят. Попробую, конечно, но... Что-то мне не верится, что он здесь... Очень себя хорошо проявит. Ну, единственное, что если будут крысы, тогда да. С крысами-то понятно, но... Как-то по-другому вряд ли. Погнали. Сейчас могу только стоять здесь и ныкаться. Так, я вижу краба. А что это сейчас было за секундное такое затормаживание? Так, где-то Пэм. Вон она. Все. Пэм как будто здесь и не было. Ага. Так, Крабковский, сейчас мы будем тебя брать в тиски. Шелупень ты несчастная. Я даже не успел подойти. Прекрасно, главное, что получилось. Я ни одного, ребят, не шлепнул. Ну что, 60 тысяч урона я нанес. Билеты вряд ли мы с тобой получим. Угу. Так, за 10 уровень получили блинки. Так, у нас надо еще, ребят, две победы, чтобы хотя бы звезду урвать. Давай посмотрим, что мы можем с тобой сделать здесь. Так, выиграйте в ранговом бое. Ага, у нас есть еще горячая зона, ребята. У нас есть еще горячая зона. Так. А-ау. А у нас нет горячей зоны. Блин. У нас нет горячей зоны. Броубол. Или парное столкновение. Брубол или парное столкновение? Да была не была, поехали, ребят. Фиг с ним. Хоть он у меня уже 10 уровень получил, давай попробуем поиграть в брубол. Твою налево, блин. Слизень. Шелли тут. Не очень приятная, ребят, команда. Да какого лешего-то, блин, ну. Вот мы лузеры. Вот мы лузеры, ребята. Это, кстати, не тот слизень, про которого я думал. Это немножко другой. Ну и как вот она забила, блин, ну. Бросала туда отворот, что ли, я не пойму, блин. Вообще в сухую. Просто в сухую. Я вообще ничего не успел сделать. Даже высунулся не успел, как меня снесли. Мортис там кто? Бургер и восьмибитка. Да я даже не увидел в этой суматохе, где чё, блин?
Пипец, блин. У меня даже львя. Воу-воу-воу-воу-воу! Погнали отсюда. Ау! Бургера валите, бургер. Да как... Завалишь ты его. Пипец, просто пришел и в сухие ворота завалил, ребят. Это тоже не подходит для броубола. Кто может здесь нормально подойти? Эль Прима? Сомневаюсь я, что Эль Прима здесь будет прям великолепен. По чесноку. Ну, сейчас посмотрим. Твою налево, у них Фрэнк. А у нас тоже, в принципе, Фрэнк есть. Они набрали себе каких-то... вышибал. Никто не прикроет. Кто кого, что ли, там передамажит, что ли, они играют, блин. Окей. Да. Игра будет жесткая, ребятушки. Так, хорошо, давай, давай, ребятушки. Неужели опять отнимут мяч? Да, блин! Пипец! Хорош! Пока в стане там стояли, ребят, мы... Меня что-то подбили, не пойму, блин, где... Меня нету, блин, правильно, подбили. Да куда ты, блин? Там вообще никого не было. Понятно, короче. Эдгард этот, кривоногий, блин. Там просто никого не было. Я не мог ничего сделать, блин, он на меня бежит с мячом, блин. Не прикрыть ничего. Краб. Блин, не поймешь еще, блин. Ворон этот. Идиотический. Давай, переждем здесь.
Динамайт, что ли? Ёпрст, я не пойму. Ну и где все наши, блин, твари, блин? Херею, понятно, короче, с этого диода все, блин. Ну а, пацану тебе. Есть. Распасовочка нормально пошла. Ну, забивай ее просто. Стоит. Ну что вот он стоит, дебил, блин, ну. Есть. Сопляки несчастные. Ну, то ли дело, ребята. Это сколько там? 100 тысяч единиц мы нанесли урона. Да, мы еще и получим билетик ко всему прочему. Так, а вот звездочку. А звездочку пока еще нет. Так, звездочку пока еще нет, но нам надо еще один поединок, ребят, отыграть. Сейчас посмотрим, что у нас там есть. Ранговый бой. У нас есть дуэли. Дуэли. Че это такое-то? Я не хочу такое, я хочу что-нибудь другое. Whatever. Как думаешь, Эдгаром, если... Да в плане, блин. Давай попробуем, я не знаю, ребят, получится или нет такой командой. То есть сначала у меня идет Эль Прима первым, да? А против кого я буду? Ой, блин, Фрэнк. И кошка эта дебильная, блин. Вообще не айс. Ой, друзья мои, вообще не айс. Так, он... А, за первого он этого играет, да? Окей, ладно. Че ты там пшикаешь, пшикала, несчастная. Он должен выйти, ребят. Зонушка его прижмет. Отлично. Погнали дальше. Так, дальше идет Котофей, блин, вшивый. Котофей, это тоже плохо. Прыгнет, начнет. Ничего не сделать. А что у меня вот этот вот кустак? Повышение силы или скорости? Не помню. Ну где вот он? Захотел чего? А вот с Фрэнком, да, ребята, вот с Фрэнком уже будет... Блин, похуже. Ну, давай, давай, бей. Разогнался, парнишка. Думал, Фрэнка взял, все теперь можно. Ха. Щенок. Одним словом. Так, ну что, друзья мои. Все прекрасно. Эпическое. Ну, спасибо за 100 кредитов. Еще эпик. 200 монет. 168. Ну, у меня не хватает, ребята. Слушайте, напишите мне в комментах, стоит ли вообще этого брать с Куика, или что-нибудь другое, друзья мои, стоит взять.
Буду ждать ваших комментариев, ребятушки. А на сегодня, пожалуй, мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорпидосиков. Удачи вам.